Исследователи из Университета Торонто и больницы педуниверситета в Ханчжоу разработали мобильное приложение, которое определяет артериальное давление по коротким селфи-видео. Своим мнением о данной разработке поделился Сергей Мосин, директор Института вычислительной математики и информационных технологий Казанского федерального университета. Специалисты в области медицины установили факт влияния изменений белков или реакция белков на световое отражение, и была установлена зависимость от этого изменения, от изменения артериального давления человека. Айтишники, по сути, разработали приложение, которое уже научилось обрабатывать эти данные и обеспечивать некое формирование результата. Однозначно можно сказать, что это пример некого такого инновационного творческого подхода. Подобные пилотные проекты, связанные с сердечно-сосудистой системой, уже разрабатываются в лабораториях цифровой медицины Казанского федерального университета. В Казанском федеральном университете существует лаборатория цифровой медицины, где как раз ведутся работы, связанные с применением искусственного интеллекта, но для несколько более сложных задач, связанных с поддержкой принятия врачебных решений. В качестве пилота рассматривается развитие, разработка и внедрение такой системы на уровне отделения сердечно-сосудистых катастроф. Данное приложение имеет большое будущее, но пока недоступно широкой аудитории. Для того, чтобы сделать его популярным и эффективным для всех, потребуются годы исследований. Эльвира Зорина, Ленардо Влетьяров, Универньюз.